Пишем формулу. Энергия равна. Какой буквой обозначается энергия? Буква Е. Да не такая Е, большая Е. Заглавная буква Е. Пиши дальше. Равно. Как обозначается равно? Две параллельные прямые. Да не вертикальные, горизонтальные. Дальше пиши. Масса. Какой буквой обозначается масса? Буквой М. Просто М. Умножить на С. Латинская С. Наша С. В квадрате. Да не в таком квадрате. Цифра 2 в углу. Не в этом. Мимо. Как вы думаете, где у него должна быть цифра 2?